Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с руководителями Табасаранского и Гергебельского районов. В ходе встречи они полностью отчитались о проделанной ими работе за 2016 год. Так, в Гергебельском районе дотационность снизилась в два раза. В рамках приоритетного проекта «Обеление экономики» удалось актуализировать 100% земельных участков. Были открыты питомники, где выращивают до 20 тысяч саженцев различных плодовых деревьев. Выслушав доклад, Рамазан Абдулатипов обратил внимание на необходимость развития продовольственного рынка, а также открытие мини-цеха по производству мясных изделий. Самый главный рынок сегодня – это рынок продовольствия. А у нас есть возможности, у нас другого ничего нету здесь, ребята. У нас нет современных технологий производства и так далее. По производству мяса, по сравнению с советским периодом, мы 5 раз увеличили. А про производство мясной продукции мы 1,5 раза отстаем. Для нас и внутри России, и в международном плане, для нас одно – это продовольственное. Далее о проделанной работе рассказал глава Табасаранского района Алавуддин Мирзабалаев. Успешная деятельность правоохранительных органов по пресечению и ликвидации бандгрупп позволила сосредоточиться на социально-экономическом развитии муниципалитета. Основной вид деятельности его жителей – это сельское хозяйство. В районе более 10 тысяч личных подсобных хозяйств. Рамазан Абдулатипов посоветовал объединить их по видам деятельности, что поспособствовало бы открытию цехов и позволило бы людям работать в других отраслях наиболее эффективно. Уже новый этап. И, соответственно, надо ставить новые задачи. Глава должен видеть дальше, чем все остальные в районе. Подсказывать им, что производить, подсказывать им, куда вести, подсказывать им и так далее. А почему бы не создать прямо управление сельского хозяйства, значит, там отдел по конъюнктуре рынка продукции, которая производится в Табасаранском районе.